Я не в бою просто. Так. Тебя им тут не выжить никак. А здесь, кому интересно, надо материнский корабль этих чертей уничтожить. Как бы все гораздо проще. Technology conceived. Куда они потом пойдут? Наверное, сюда в бой, да? А, походу, одна система только у них осталась. А, не регенерируют. Где другие? Ехать не могу. Они же дерутся или нет? Да, вроде как. Типа дерутся. А! Отступили эти, вот вижу. Девятый тип брони, уже седьмой тип щитов. Да, они скоро поднимутся, хорошо. Хотя поднялись бы, но, увы. Мы-то вряд ли судиться. Скоро восстановятся. Пойдут нападать на две оставшиеся системы этих ребят. Ну, вероятно, коричневый у нас загнется полностью. Здесь еще есть, но здесь его все системы уже цепь. Давай покажу. Такое выживание. Ну, вот с такими нанитами я согласен, это еще неплохо. Какое-то есть там, движуха. А все расы здесь опять организовали федерацию, и мы все наслать. Блин. Я, конечно, понимаю, но эту федерацию дополнение, я чувствую, что я зря его покупал. Здесь у нас сколько? Не так тоже много войск. Такой вот неплохой. Если бы они еще делали нормальную станцию, у них было бы очень хорошее преимущество. Я говорю, это надо копаться как-то. Файл их игры я спрашивал, кстати говоря, пока тут вижу ходы пропускаю, спрашивал. А никто не знает, эти ходы они закрыты, они не в открытом доступе. Короче, террористы производили эту игру. Делали все так, чтобы никто не мог игру нормально допилить. Со сторонними как-то программами, но сторонние программы, они, если играют, они нагружают очень сильно, друзья мои. Ай, нагружают очень сильно, в общем-то, именно движок игры. Помимо этого, ваш процессор, все остальное. Довольно-таки фигово, конечно, но ладно. Так, что у нас здесь есть? Такси. Вот здесь, конечно, вот эти вот инопланетные войска, которые стоят не к силу, не в городе. Рано или поздно испустят дюх. Не знаю, даже древние-то успеют проснуть, пока их не ликвидируют или нет. Здесь, конечно, у них хорошее столпотворение. А, они воронку защищают. Стоп, что они делают? О как. А, они здесь что-то строят. Ребята, вы вообще кто? Не понял. Прекрасно, то есть это у нас зеленый получается. Это же раз. Ну, пернатый или нет, дай-ка посмотрю. И получается у пернатых здесь довольно мощная оборонительная станция. Да, это пернатые.
Нет, это вообще какие-то глубокие другие. Лёвом тоже. Ну, эти с перьями, те и без перьев. Ладно. Не ощипанные другие, нет. Их называть я не знаю. Ну да, это значит совершенно другая уже раз. Правда, фот, конечно, они тут на монстрячили, это звездец. Лаги будут жуткие. На них пока еще противник не обращал внимания. И тут раздалбливают пока только все поселения, возможно. Особые технологии, я смотрю. Каждый раз и свои уникальные технологии. Я вот не знаю, где их не родной мир. Давай предположим, что где-то здесь вот. А я не знаю, выдержат ли они-то, блин. Вряд ли. Буду коричневому игроку трындец. Но уничтожение коричневого, возможно, даст либо голубенькому, либо красненькому более-менее нормальный обходной маневр. Главное, чтобы еще лет 50 вот эта вот хрень продержалась. Сомневаюсь, что будет так. Не факт. Кстати, у меня появилась еще одна система, тут найдена была. Зацени. Потеря. Я уже остановил, сейчас колонизирую. Нормально. Система на халяву. И как раз надо побольше энергии запендюрить. Вообще шикарно. У меня места побольше энергии. С этим я разберусь попозже. Я уже титаны могу ступить немного большим количеством, чем ордалы. К сожалению, только один флагман. Я думаю, вместо флагмана использовать боевую луну. Как думаешь? Ну а чё? Флот титанов с боевой луной. Боевая луна как флагман. Чтобы она хотя бы могла одна выдержать все эти удары и все это безумие, которое творится. Ну я не знаю, она крепче флагмана или нет. Корабль-то, в принципе, неплохой. Вот, блин. Орудие титана 60, ни хрена себе. Да, я понял. Сутки в сторону. Довольно неплохо. Вот они опять разделились не так, как я хочу. В принципе, да, я, наверное, буду использовать луну как флагманский. Много хп, бьет она чисто издали. Как белый сапог вместо коричневого. Ну ладно, с этим я потом уже разберусь, пока будем вот так вот просматривать здесь, ждать. Смотреть за событиями, и больше ничего не остается, ну и прокачиваю всякую ахинею. Щиты. Раскопками я пока заниматься не хочу. Мне не очень интересно. Моя система здесь где-то есть. А, так они если сейчас пробьются там. А погоди, по флангу они здесь если пробьются, здесь нет дороги. Им придется все равно через этот тоннель идти. Погоди, они здесь уже может тоже есть. Не подумал об этом, здесь тоже есть ВХ. Надо количество червоточин уменьшить. Я думал, это будет полезно, но на самом деле это фатально для компа. Там он ими толком не пользуется. Ой, да, они уже здесь. Здесь одна флотилия у них получается.
Рай, что ли? Ёлы-палы. Ёлы-палы, мал ёлы. Да. И повезло парнягам. Тут уже есть несколько флотилий. И начинает их захватывать. Да я их не прикрою. Давай хоть посмотрим, что тут у нас есть. Блин, понадобилось этим идиотам открыть или врата. Ну, открыли, и здесь дюлей получаются. Ладно. Военная мощь — это суммарный ДПС, блин. Я бы не подумал. Я думал, это одноразовый. Так, у меня тут станция нормально заугрыжена. Почти. А вот этого. Так, что мне тут надо было подбавить? С хорошей. Я на здоровье корабля как-нибудь подувеличить. Точно не очки брони. Я могу вот это вот поставить, очки брони, здоровье корабля. Даже, блин, не знаю, что стоит поставить здесь. Пусть еще тот. По 5% будут давать, но это оружие дополнительное. По поводу оружия, так посмотрим. Здесь, я думаю, оружия хватит, блин, на лет 5 вперед. Так что да, вероятнее все будем делать, тыкать. Раз, два. Три. Хэви Хангар Бэй, да, обязательно. Мне истребитель-то понадобится, кстати. Давай так сделаем. Да, побольше истребителей поставим, потому что наниты, они много истребителей выпускают, с ними может быть проблема. Так, а здесь еще чего-нибудь могу поставить? Вот. А, на производство хоть чего-нибудь. Уже не очень кайфово. Это из боя. Товары массового спроса. А чешуя — это полезная вещь. Инфлот дредов я могу подогнать сюда. На охрану-то, думаю, пригодилось бы. Надо к ним еще адмиралов подбирать. А это вот кошмарное занятие, я тебе скажу. Ой, блин, каждому подбирать адмиралов, чёрт. Надо нам во флоту 6 корабля надо. Теперь 3 дреда, пожалуйста. И у нас вот готовый еще один флот. Мне нужно где-то флотов по максимуму. Надеюсь, получится, конечно. А, блин. Хрен его знает, получится. Так, у нас еще много реформировать. Так, что мы можем
скорость, пищи нет, стоимость, маневренность. Прирост поселения, да нафиг нет. Так, нормальный уровень лидера, прирост опыта лидера. Размер государств. Так, давай тогда лидера возьмем. Он будет пополезнее. Качков нет, вряд ли их уже будет, потому что я уже все изучил. Все традиции, все реликвии, я потом буду убирать синаптически. Ну, вроде все он не изучил. Чего и слово вроде бы. Но кажется, что-то я недоизучил. Должна вроде заканчиваться. Это была предыдущая часть. Я даже... Вроде я все изучил. Ну, короче, хз. Вроде все в порядке. Так. Можно еще несколько добавить, короче, традиций. Но и я пока не горю. Мне главное проверить то, что будет. Потом уже смотреть, как можно будет сделать. Скорее всего, я этот сезон уже завершу. Передать конкретно. Кстати, вот у них ДПС на домашней территории. Вы на обычной, на домашней. Здесь я дал специально бонус до урона на домашней территории. Вот тут я смотрю, как бы компьютер этим хреново пользуется. Я говорю, вот надо, если сделать, останется только одно, чтобы компьютер ушел базы по максимуму. Все. Это будет не игра, это будет конфетка. Как это сделать, я... И никто не знает. А, есть ли на это моды сами? Было бы неплохо. Но, увы, увы, увы. Пока будем, так говорится, сидеть, ждать и робить. Так, появляется катализатор номер 2. Великий хан. Я так полагаю, нанитные войска уничтожили одну из его империй. Тормозим. Платформы их немножко улучшил. Повод эффективности даже не спрашивать, ничего, понимаешь? Так, здесь еще надо лучше. Так, я так полагаю, они разрушили одну из баз, и он сразу проснулся, да? Ага. Угу. Да, смотри. Все, они стали злыми, потому что были разрушены некоторые их войска. То есть наниты все-таки, кажется, кого-то здесь прибили очень хорошо. Сразу смотри, кто появляется. Войска хана. О, 5,3 миллиона. Это уже поинтереснее. Так, а проснулись все или как? Да, просто. Четыре миллиона войска, как бы, это не очень сильно. Так, ну вот погоди, это у меня от настроек все мародерские империи одновременно проснулись, да? Да, здесь система такая интересная. А в этой системе пульсара щиты невозможно делать. Я на такую систему наталкивался, когда корабли еще тут решил по пути щитов повести. В итоге очень хорошо по жопе получил в этой системе, что брони никакой, нафиг, щиты мощные. А без щитов мое войско там, ну, не было подтереться. Ну что, в принципе, посмотрим теперь. Они пока сильно не разлынивают, но где-то здесь может все плохо закончиться.
Так, пардон, но... цвет другой. Уж знал, что меня будут окружать тот же красный твой дивизит. Ладно, сделаем вот так вот. Ха-ха, это хрен что найду. Ага, войска хана у меня здесь. Рядом их нету. Пусть кристаллоиды живут. Забавно. У меня, кстати, кристальная жизнь эта сущность еще не атаковала. Хотя у меня там такие войска, что... Хрена тут у них. Да, я что-то тут как-то лучше промолчал бы. Какой у них хоть уровень технологии? Ой, ну и уровень технологии хотя бы меньше могло. То есть, в принципе, если без уровня технологии идти, тем, который использует компьютер, то они жопу здесь все галактики могли бы налимонить. Мило. Там наниты развлекаются. Здесь сейчас мародеры пойдут. Вот у них здесь тоже пробуждение пошло. Где это? Кого вообще пробуждение стоять? А, это основные войска, что ли? Шо, хана или чего? Да, это основные войска хана. Ну, кстати говоря, о птичках. И интересно, они каждую систему, которую будут захватывать, вот так же будут обставлять. Будет прикольно. Нападут ли они на древних? Вот в чем вопрос главный. Так, ну хан сейчас будет заниматься любовью с нанитами. Наниты его не выдержат, поэтому он их подзахватит. Да и голубому, конечно, здесь очень жутко не повезло. Собственно, красный у нас пока делался легким испугом, насколько я могу посудить. Голубого территории еще с красным. Федерация, гребаное создание. Красному может не повезти, все эти черти сейчас пойдут. Танюс, где мы заходим? Я хотел сделать врата. Я все вспомнить не мог, чего мне не хватает. Так, погоди, я вообще могу их сделать или нет? Так, световые, тын-тын-тын-тын, сферы, тын-тын, нет. Ой, кажется, развитие за этих я не могу делать. Врата. Да, здесь у меня закрыты эти. Нет, зона врат имеет. Чудненько. Подальше вот так вот отнесем. Энсин врата. Так, и мне бы здесь как-то так поставить это. Врата здесь сделаем. Там у нас не нужны врата. Так, здесь у нас сейчас база-то. Блин.
и достало так долго развиваться. Как я тебя воткну вот эту вот хреновину? Дурею так. Тайсона сейчас доделаем. Держать, как говорится, удар. Можно назвать так. Ну да, пока начинаю строительство врат. Буду доделывать войска. Убивать. Станов уже больше. И так сильно много, как хотел. Так, нам нужны корабли. Надо бы им еще пышечку поднять, как раз 5 накачать. Редноуты. Ой, ехали. Пару платок еще сделаем. Я смотрю, эти черти только усиливаются. 5 лямов у них. Что за нахуй? Технологии не улучшают, они, вероятно, достраивают себя. Эти 5 миллионов берем. Было ж 3 миллиона. Блин. Блин, нет, они не... Ой-ё. У них размер флотилии-то больше. Ой-ой-ой. Да, я и забыл. Размер флотилии-то у них больше. Чуть-чуть. Ладно. Вот здесь кто-то захватил. 10. Кристаллоиды. Да пока кристаллоиды хоть не нападают. Территория как бы. Мы уже пошли. Поп строительный. У них строительные есть корабли. Опа. У них есть строительные корабли. Ай, парни, крышка. Значит, они будут здесь территорию захватывать и отстраивать. Вот это будет забавно. Ладненько, я пока на паузу буду наблюдать за всем этим. Показывать пока особенно нечего. Буду так, друзья мои, отрывками показывать и рассказывать, что здесь было. Уже я сомневаюсь, что вам 3 часа будет интересно смотреть, что тут происходит.